будет слава имени Твоему. Your kingdom come quickly. Да придет вскоре Царство Твое. Your will be done the same. И воля Твоя исполнится. On earth Святая на земле. In heaven, так же, как и на небе. Let heaven come to earth as да придут небеса на землю. Да будет все, как на небесах. Let heaven come. Да придут небеса. Let heaven come. Да сойдут небеса. Let heaven come. Да сойдут небеса. For yours is the kingdom. Ибо Твое царство. Yours is the power. Твоя есть сила. Yours is the glory. Твоя слава forever. Вовеки. For yours is the kingdom. Ибо Твое есть царство. Yours is the power. И сила. Yours is the glory. И слава forever. Вовеки. Come, let heaven come. Да придут небеса. Let heaven come. Да придут небеса. Lord, we just want to thank you so much. Отец, благодарим тебя очень сильно. For visiting us. За то, что ты посещаешь нас. We thank you, kingdom of God, come. Мы благодарим за то, что Царство Твое приходит. Will of God be done. И исполняется воля Твоя. Here on this earth, as it is in heaven. Здесь на земле, как на небесах. Thank you, Lord, for bringing the fullness of your kingdom. Спасибо за то, что приносишь полноту Твоего Царства. We thank you for visiting the children last night. За то, что, спасибо за то, что посещал детей вчерашним вечером. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. I want my friend to come up here. Я хочу, чтобы мой друг подошел сюда. Send my little friend here. Мой маленький друг. Lord, I just pray for my friend now. Отец, молюсь за моего друга сейчас. I pray. Молюсь. That the way that you began to speak and cause your voice to be heard to Samuel. Чтобы как ты начал говорить тихим голосом с Самуилом. I pray for this boy. Я молюсь также за этого мальчика. That he will hear your voice. Чтобы он слышал твой голос. And you will, he will be a part of a new generation. Чтобы он был частью нового поколения. Raised up in the Ukraine. Которая вырастет на Украине. That will minister before you, Lord. Которая будет служить тебе. And that will keep the lamp burning through the night, God. И это будет поддерживать горящим светильник даже в ночи. I pray right now, God, for prophetic anointing just to rest on him. Господь, я молюсь о пророческом помазании, которое, чтобы оно сошло на него. Pray that you will help him to hear and know the voice of God. Чтобы он слышал и знал голос твой, Божий. Thank you again, Lord, for over our sons and daughters. Спасибо тебе, Господь, за наших сыновей и дочерей, за то, что они будут пророчествовать. They shall have dreams and visions. За то, что у них будут сны и видения. Thank you for a new generation of revivalists. Спасибо за новое поколение тех, кто несет пробуждение. Being raised up and released in the nation of Ukraine. За то, что оно восстает в народе Украины. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Мы поклоняемся тебе. We worship you, God. Мы поклоняемся тебе, Господь. We pray for extravagant encounters this afternoon. Мы молимся об особенных встречах с Богом в это время сейчас. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. Was this so wonderful late last night? Это было так прекрасно вчера поздней ночью.
Well, after midnight, to return back to this place. Я вернулся после полуночи сюда. And just to see the hunger in the people of God. И видел голод в народе Божьем. Psalm 110 says, "My people shall be willing in the day of my power." И сказано в 109-м псалме, что мой народ будет готов и открыт в дни моего посещения, моей силы. One translation says they shall become volunteers in the day of my power. И в одном из переводов говорится, что они станут добровольцами в дни посещения моей силы. And it's so much easier to pray. И намного легче молиться. In the tangible presence of God. Когда есть такое мягкое и постоянное Божье присутствие. Когда молитва перестает быть обязанностью или просто механическим действием. Но молитва становится нашим жизненным потоком к Богу. Это укрепляло Иешуа молиться в ночи. Completely exhausted. Даже после того, как last night, I was absolutely spent. Когда я вчера просто был уже выжат полностью. Yeshua, can you imagine being him, feeding and doing miracles? Или представьте, как Иешуа был обессилен, просто кормя людей или проповедуя им, уча их. В каком он был состоянии? У него не было хороших условий для жизни. И сказано, что Сыну Человеческому даже негде голову преклонить. И он спал в лодке, например, потому что он был полностью обессилен. But he still found it necessary. Но он все равно считал важным. To connect with Father, to go into a solitary place. Подниматься на вершины, чтобы молиться и общаться с Отцом. And do nothing, but just be with his Father. И он ничего не делал, как только после этого, как только проводил время с Отцом. That's why with such confidence he could say, "I and my Father are one." Поэтому он с уверенностью говорил, что я с Отцом одно. I do not do anything that I do not see my Father do. И я ничего не делаю, чего бы я не видел у Отца, который творит. What he speaks, I do. То, что он говорит, я делаю. I came not to do my own will, but I came to do the will of the one who sent me. Ибо я пришел исполнить не волю мою, а волю пославшего меня. The ministry, doing the work of the ministry, is full of traps. И когда мы совершаем наше служение, нас ждет много опасностей. И много ловушек. Мы можем начать делать просто так много для Бога, что мы можем забыть самого Бога. And you forget the main reason. The highest purpose of our calling is to commune with Him. И мы можем забыть нашу главную цель, которая заключается в том, чтобы общаться с Ним, любить Его и быть с Ним. One of these times, He said to His disciples, "Come apart with Me on the mountain." И в один из моментов Иешуа взял с собой учеников на гору. And rest a while. И он сказал: давайте отдохнем вместе. He said to Moses, "My presence shall go with you, and my presence will give you rest." И Моисею было сказано, что мое присутствие пойдет с вами, и мое присутствие утешит вас и даст вам покой. It's not about activity. И дело не в действиях. It's not about religious activity. Дело не в религиозных обрядах или действиях. It's about an activated love, an activated heart. Дело в активированной любви. That's the main thing. И это самое главное, любить Его. Psalm 132. 131 псалом. There was a whole new generation of worship leaders that were remembering one man's passion. И было целое поколение лидеров прославления, которые видели и помнили страсть по Богу одного человека. Says the Lord, remember David. И сказано, что Господь помнит Давида. And all of his afflictions. И весь его поиск и все его страдания. And how he vowed. И
He would not give sleep to his eyes or slumber to his body. Он не давал покоя своему телу и не давал сна своим глазам. Until he found a dwelling place for God. Пока он не нашел место пребывания для Бога. His legacy was not a building project. И его наследие это не было просто какой-то проект, строительный проект. His legacy was not a network of churches. Его наследием было не сеть церквей. Some mission endeavor. Или какая-нибудь миссия. His greatest legacy. Величайшим его наследием. Was his passionate pursuit of the presence of God. Является страсть по поиску Бога и по тому, чтобы следовать за ним. One generation, Ecclesiastes says, passes away, another comes. В Екклесиасте сказано, что одно поколение сменяется другим. There are some that are known only in their day. Only when they are alive here on this earth. То есть люди, когда они только, когда они живы, они ходят по этой земле. But the fame of man is a fading glory. Но слава человека, она увядающая. But the fame of heaven. А слава небес. Is an enduring fame. It's a glory. That remains. Это та слава, которая пребывает, которая вечна. David did not set out to be a great leader or warrior. Давид не настолько известен, как великий лидер или воин. He was a village boy. Он в первую очередь был просто деревенский парень. He was a shepherd. Он был пастух. He was the youngest. Of some really great brothers. Он был младший из сильных братьев своих. But what separated from all the separated him from all the rest? Но все, что отделяло его от других, is he had a passion for the presence of God. Это страсть по присутствию Божьему. And he lived out a life of communion. И он жил жизнью в общении с Богом. And this new generation hears about it and says, "We want it. We heard about it in Ephrathah." И следующее поколение наслышало об этом и говорило: "Мы хотим этого тоже." We found it in the fields and in the woods. И они мы находили это в на полях и в лесах. There have been movements defined by open air visitation. И после этого были целые движения, которые были известны тем, что Бог посещал их на открытых площадках, просто на открытом воздухе. Because of the tangible presence of God in a region where people would just be in the field and fall under the glory and the power of heaven. Просто люди приходили на какую-то территорию, и Дух Божий и сила Божья сходила на то место. David had this. И у Давида было это. He knew God. Он знал Бога. He loved God. Он любил Бога. And in his times of worship, и во время поклонения, we can see through the songs that he wrote, смотря на те псалмы, которые он написал, with no formal training, he had no formal training, у него не было образования. And yet, his songs show revelation. И тем не менее его песни являют откровение. Revealing in the old covenant, new covenant truth. Открывая во времена Ветхого Завета истины Нового Завета. In Exodus 32. В Исходе 32 глава. Moses would go up to the mountain. Моисей взошел на гору. And as Pastor Rick shared about the glory where
all that God is, all that God was, all that God was manifesting physically in physical glory on Sinai. И Бог явился в физической своей славе, физически показал себя на горе Синай. In the form of a cloud. В виде облака. And Moses would go up. И Моисей взошел туда. And he would enter into that cloud. И он вошел в это облако. And in that cloud. И в этом облаке. He was given understanding of all aspects of social, political, moral, even dietary law. Ему были даны аспекты всех законов, даже законов в отношении еды. And the things that God spoke to him in that glory. И то, как Бог проговорил ему в этой славе. Became the foundation of Western government. Society. Стало основанием для общества, для западного общества. The farther that we move from that, that's why society is breaking down. И потому что сейчас Запад отходит от этих принципов, все рушится там. And in that glory. И в этой славе. Moses, God would speak to Moses. Господь говорил с Моше. As a man would speak to his friend. Как человек говорит с другом своим. Face to face. Лицом к лицу. Jesus said, "No longer do I call you servants." Иешуа сказал ученикам: "Я больше не называю вас рабами." But I call you friends. Но я называю вас друзьями. Beloved, we have such a privilege. Драгоценный, у нас такая привилегия. Made to available to us by the blood of Yeshua, the blood of Jesus Christ. Которая доступна нам через кровь Иешуа Мессии. That we have at this moment. И мы сейчас имеем это. Every one of us. Каждый из нас. Have bold access. Прямой доступ. To come into the presence of a holy God. Чтобы прийти в присутствие святого Бога. And celebrate His goodness. И праздновать Его благость к нам. Celebrate His love. Праздновать Его любовь. With an unashamed heart, with an unashamed love. Без стыда, с любовью без стыда, с сердцем без стыда. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. This is the plan of heaven. Это план небес. And in that glory there was a young man. И в этой славе был один молодой человек. His name Joshua means the Lord is salvation. Его имя Иешуа, что переводится Господь спасение. And the entire nation would stand by their tent door and watch all this happening. И целый народ стоял и смотрел, как все это происходит. And after Moses would encounter the glory of God. И после встречи Моше со славой Божьей. And speak with God face to face. После того, как он говорил с Богом лицом к лицу. Then he would go down and he would rehearse to the people what he had just heard. Он спустился вниз и передал народу все, что он слышал на горе. But it says there. Но сказано. That the young man. Что молодой человек. Did not depart from the tabernacle. Не отходил от скинии. The young man. Молодой человек. Joshua. Иегошуа. Stayed in the tabernacle. Он стоял у скинии. I want to speak to every young man and young woman in this place. Я хочу сейчас обратиться к каждому молодому человеку, молодой девушке. One of the best ways I can tell you to find formation in your walk with Jesus. Я вам скажу, что самым лучшим подтверждением вашего хождения с Иешуа. Yes, be in His Word day and night. Да, это пребывайте в Его слове день и ночь. Yes, be in communion and fellowship with His body. Да, будьте в общении с Его телом. Yes, receive more of Holy Spirit. И да, принимайте больше Духа Святого. But also, но также, stay in the tent. Оставайтесь в шатре, в скинии. Stay in that place. Оставайтесь в этом месте. Where it is you and Jesus. Там, где вы и Иешуа. Where it's you and God. Там, где вы с Богом. David said, "One thing have I desired."
И Давид сказал, одного только ищу. That will I seek after. Только этого жаждет душа моя. Пребывать в доме Господнем. All of the days of my life. Но все дни жизни моей. That I will inquire in his temple. Пребывать в его храме. And I will behold his beauty forevermore. И созерцать красоту его во все дни жизни моей. This is my desire. Это мое желание. I don't want to be rich. I don't want to be famous. Не хочу быть богатым или известным. I want to be in your presence, God. Я хочу, Боже, быть в твоем присутствии. I want to hear your voice. I want to see you face to face. Я хочу слышать твой голос и встречаться с тобой лицом к лицу. In Moses' discourse, when he said, "This is really what I want." И Моше сказал, вот вот этого я хочу. Because I have found that it is your presence that distinguishes your us from all other people on the face of the earth. Потому что твое Божье присутствие отделяет нас от всех народов земли. Presence-based ministry. Служение основано на Божьем присутствии. What is God presencing Himself around? И Божье присутствие, оно только в нем и вокруг него. Whatever that is, stay with it. И как бы оно ни выражалось, оставайтесь в нем. I received an email about a week and a half ago. Полторы недели назад я получил письмо. From a worship leader in Hungary. От лидера поклонения из Венгрии. His name is Tibor. Его зовут Тибор. I hadn't heard from him. When was that? 98? More or less? 97? 98. И я от него ничего не слышал с 98 года. We had a special conference in Odessa. Тогда была особая конференция в Одессе. In the middle of winter. Посреди зимы. Right by the Black Sea in the theater. Прямо на берегу моря. And we had the school from Budapest. И приехала школа из Будапешта. Eastern Europeans, Jew and Gentile. Евреи и неевреи из Восточной Европы. We had the school from Odessa. Были студенты из Одессы. Jew and Gentile. Также евреи и неевреи. We had a charismatic school that joined us, a Bible school that joined us. Также библейская харизматическая школа из Одессы также присоединилась к нам. The school from Moscow, Jew and Gentile. Из Москвы приехали также братья и сестры евреи и неевреи. Anyone here that was in the meeting, would you stand up if you were in those meetings back in 98? Если вы были тогда в 98 году на том собрании, можете встать сейчас. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. And it was an amazing week. Это была удивительная неделя. And Tibor is actually hosting Israel Houghton. He's a famous worship leader in the earth. Israel what? Israel Houghton. They're hosting the Gateways team with Kerry Job. Тибор, он является лидером прославления. This coming weekend in Budapest, with thousands coming. И он участвовал со знаменитыми лидерами прославления во многих служениях. And he wrote me. I hadn't heard it from him since 98. И я ничего не слышал от него с 98 года, и вот полторы недели назад он написал мне. He said, Jeff, back in those days. И он сказал, вот Джефф, вот в то время я как раз вел прославление. He was leading in Hungarian. И он вел тогда прославление на венгерском. I didn't know Hungarian. И я не знал венгерский. But I do know the anointing. Но я знаю, что такое помазание. And whatever he was singing, the anointing was coming. И что бы он там ни пел, но помазание сходило. I found out later it was a song about Holy Spirit come and fill us. И я потом узнал, что песня была о том, чтобы Дух Святой сходил и наполнял нас. And he was about to change the song. И он хотел поменять, ну, следующую песню уже играть. I thought, no, you can't change the song now. The anointing is here. И я подумал, нет, послушай, нельзя песню другую петь. Вот пой эту песню, оставайся в этом помазании. So I just motioned to him. I did this.
И я показал ему вот так вот, продолжай. And he referred to it in his letter to me like, you gave me a sign like a referee in a game, in other words, keep going. И он, когда вот сейчас прислал мне это письмо, он сказал, я помню, как ты мне вот показал вот так продолжать. And as he continued the song, и тогда, когда он продолжал играть эту песню, the Lord visited him. Господь посетил его. And he asked him a question. И задал ему вопрос. Do you just want to do worship? Ты хочешь просто вести поклонение? Or do you want to sing to me? Или ты хочешь петь мне? And Tibor answered, "Well, of course, Jesus, I want to sing to you." И Тибор ответил, что, конечно, Иисус, я хочу петь тебе. And when he said that, и когда он сказал это, like our young sisters, he went into heavenly realm. И как вот наши маленькие сестры, он попал в реальность небесную. He was caught up to be with the Lord. Господь взял его, чтобы прибыть с ним. He received two songs and melodies. Он получил от Господа две мелодии. All over the theater, people had heavenly visitation. И во всем там, во всем в зале в то время к людям, у людей были посещения от Бога. Lord, we want to find a place for you to dwell. Господь, мы хотим найти место для тебя, где тебе пребывать. We want in our congregations. Мы хотим в наших собраниях. We want in our homes. Чтобы это было в наших домах. We want our automobiles. Мы хотим, чтобы это было в наших машинах. We want the field, the hill, the woods. Мы хотим, чтобы на холмах, на полях, в лесах. The ocean shore. На берегах океанов и морей. Out in the middle of a lake. Посреди озера. Wherever it is. В каком бы месте это ни было. We want to be a landing pad for heaven. Мы хотим, чтобы мы были такой площадкой для небес. We want to be a place, Lord, where your glory dwells, where your presence is known. Мы хотим быть тем сосудом, где пребывает твое присутствие. This was David's legacy. Это наследие Давида. And one generation, many after him, hears about his passion. И сейчас мы, как поколение, которое намного позже Давида пришло, мы слышим о его страсти. And they said, "Let us go there." И мы говорим, давайте мы пойдем туда. We found it. Мы нашли это. Let us enter into it. Мы хотим войти в это. And all this stuff begins to happen to them. И все это снова происходит с ними, как с Давидом. After they found it. После того, как мы находим это, Lord, после того, как мы нашли right это, Господь, я прошу Тебя сейчас высвободи дух мудрости и откровения и познание Тебя в этом месте. Господь, я прошу, чтобы открыл Ты нам свое слово, свою святыню. Чтобы мы слышали от Тебя у Твоей святыни. This is a season where physical glory is manifesting. И это время, когда физически выражается Его слава. I have seen it. Я видел это. Leaders retreat with leaders from all over the world. Я был на ретрите, где приехали лидеры со всего мира. Over 1,100. Было где-то 1100 человек, больше даже. And all of a sudden, while we were singing, и когда мы пели, поклонялись, the glory began to manifest in the room, слава начала проявляться в том зале. And it began to swirl up like golden snowflakes. И начала так, как вихри из золота подниматься. And или like, золотая пыль. And like so many others, I took out my iPhone and I took a picture. И как все остальные, я достал свой iPhone и начал фотографировать это. There were children that were running like this. И дети бегали и вот так хватали. Like they were trying to catch a snowflake. Как будто бы они ловили снежинки. And then all of a sudden, as quick as it came, it left. И насколько быстро это пришло, так же быстро это
просто растворилось в воздухе. Потому что мы начали концентрироваться на проявлении, а не на Иешуа. Never forget John 1, and we beheld the glory of God. Никогда не забываю Иоанна первую главу, что слава была всегда у Бога. Что слово Его явилось полное благодати и истины. Слава Божья. Это не вещь, а это кто-то. It's the person of Jesus Christ in the midst of his people. Это Иешуа среди своего народа. The word being made flesh and dwelling in our midst. Потому что слово стало плотью и обитало с нами. And I was so amazed. The leader had such wisdom. И я был настолько поражен, потому что у лидера было столько мудрости. His name's Bill Johnson. He didn't come to the pulpit just to start preaching. Билл Джонсон, он не просто вышел за кафедру проповедовать. He wasn't even sitting in a chair. He just sat on the platform, just waiting. Он сел на сцену и просто ждал. The worship team was not doing anything. И группа прославления ничего не делала. There was no leadership of man in the room at that moment. И не было водительства человеческого в тот момент в этом зале. But someone in about three or four rows in front of me. И где-то через 3-4 ряда от меня кто-то встал. Just sang out the song. И начал петь песню. Holy, holy. Свят, свят. Are you Lord God Almighty? Свят Господь Саваоф. Worthy is the Lamb. Достоин Агнец. Worthy is the Lamb. Достоин Агнец. You are holy. And everyone just began to sing it. И все начали петь эту песню. And we kept singing it over and over again, a cappella. И мы пели это без музыки. Снова и снова. And soon, the glory began to manifest again. И вскоре слава Божья снова начала проявляться. There were so many people healed in that glory. Так много людей получило исцеление в той славе. That the stage could not hold all the people that were healed. И сцена не могла вместить всех людей, которые были исцелены. No words of knowledge. Не было никаких слов знания. No laying on of hands. Никакого возложения рук. Just the glory of God. Просто слава Божья. Friend of mine had an evangelist in his church. У моего друга в церкви к нему приехал один евангелист. He saw 55,000 Muslims saved in his meetings in North Africa. И на его собраниях пришло к вере в Иешуа 55 тысяч мусульман в Северной Африке. Physical glory would manifest. И физическая слава проявлялась. Physical glory would come. И слава физически сходила. And wherever the glory would come, wherever that was, people would be healed. И всюду, куда сходила эта слава, люди исцелялись. On one night there was a section specially roped off for only lepers to sit in. И одно служение было предназначено только для прокаженных. And the cloud of glory came physically like a transfiguration mount, where it was like a thick fog that they couldn't see into. И в один момент облако сошло физически, слава Божья сошла настолько, что был такой густой туман, что вообще ничего не было видно. And when the fog lifted, и когда этот туман рассеялся, every leper was cleansed. Каждый прокаженный получил исцеление и был очищен. Каждый прокаженный очистился. The next night, следующую ночь, of course, the word went out in the leper community about what had happened the night before. Свидетельство это распространилось среди вот тех других прокаженных о том, что произошло. So the next night there were 60 lepers. И в следующий вечер уже пришло 60 прокаженных. And again the glory came like a cloud. И снова слава сошла в виде облака. And when it lifted, и когда оно поднялось, all 60 were healed. Все 60 получили исцеление. But this time, но в этот раз, when the people saw the lepers had been healed, когда люди увидели, что прокаженные исцелились, they ran to them.
Они подбежали к ним. Beyond the ropes. За заграждением. And began to now embrace them. И начали обнимать их. And touch them. И касаться их. And hold them. И прикасались к ним, удерживали. And welcome them into the touching body of Messiah. И пригласили их как бы в нормальное тело Мессии. Isaiah 60 says, I will glorify the house of my glory. И эти 60 сказали, я буду восхвалять славу дома твоего. And it says there in Haggai. И в Агее сказано. The glory of the latter house will be greater than that of the former house. Что слава нового дома будет больше, чем слава прежнего. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Thank you, God. Спасибо тебе, Господь. It's just a principle that everything that God does is always increasing. И это в этом заключается принцип, что все, что Бог делает, оно умножается. His government, the increase of His government is increasing. И его правление, его царство расширяется. Signs and wonders, anointings are increasing. Чудеса, знамения и помазания умножаются. And His glory is filling the earth and covering the earth. И его слава покрывает и наполняет всю землю. And the knowledge of the glory. И познание славы. How many would just say right now? Давайте сейчас скажем. Increase to me. The knowledge of your glory. Господь, умножь для меня познание Твоей славы. I want to know. Я хочу знать. You, Lord, for who you are and all that you are. Тебя тем, кто ты есть и какой ты. I want to encounter you, God. Я хочу встречаться с Тобой, Господь. I want to know you from my heart, God. Я хочу знать Тебя от сердца своего. We are not seeking after a manifestation. Мы не ищем проявлений, Господь. We are seeking a person. Мы ищем личность. The presence Мы ищем of our присутствие Lord and Savior, нашего Господа, Спасителя и Царя. Yeshua, Jesus. Тебя, Иешуа. And can we just together just in order to welcome Him, can we just say Baruch Abba B'Shem Adonai? Давайте как с готовностью призвать его, скажем, Баруха Баба Шем Адонай. 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 Baruch Abba B'Shem Adonai. 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 Let's just begin to sing in the Spirit right now. Can we sing in the Spirit? Sing in the Spirit right now. We want to sing in the Spirit right now. Молитесь в духе сейчас. Пойте в духе сейчас.
Слава Тебе, мой Дух Святой. Слава Тебе, мой Дух Святой. Слава Тебе, мой Дух Святой. Слава Тебе. Слава Тебе, мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава, 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 слава Тебе, мой Бог. Want to just move to the song "Holy, Holy"? There's only давайте, one word. Давайте начнем эту песню "Святый, Святый". I just remembering the. И только одно звучит во мне. Will you come here, darling? Just come here. Подойдите сюда. Come here. Come here. In her vision of heaven.
Твое видение небес. Last night she saw the four living creatures. Она увидела четыре создания, четыре творения. Surrounding the throne. Которые стояли вокруг трона Божьего. I just want you to pray for us. I want her to pray for us. Помолись за нас. Pray that the Lord will give us also. Чтобы Бог дал нам. Encounter. Также встречи с ним. Господи, я прошу Тебя, дай каждому человеку, который здесь находится, Твой мир Божий, шалом, Господи, дай каждому человеку личную встречу с Тобой. И если каждый человек, если каждый человек захочет этого, Господи, то дай ему встречи личные с Тобой, чтобы они увидели, чтобы каждый человек понял какой-то реальный, какой-то всемогущий и встретился с Тобой лично. Аминь. Господь, коснись каждого, кто хочет, Господь. Дай личную встречу, Господь. Дай любви, Господь. Дай шалома и мира. Аминь. Дорогой Господь, приди, пожалуйста, ко всем людям, которые здесь находятся. Ко всем, даже к самым маленьким, к самым большим, к любым. Приди к ним. Они жаждут Тебя. Они хотят быть с Тобой. Давайте мы будем сейчас восхвалять Господа, поднимая к Нему наши руки. Только одно звучит во мне, только одно. Бог всемогущий, we'll be right back.
kados se pamatu. I just want to share something real quick. Я хочу очень быстро кое-чем поделиться. Then we're going to release our ministry team to begin to pray. Наша сейчас молитвенная команда будет молиться. 2 weeks ago in Geneva. Мы когда были с молитвенной командой 2 недели назад в Женеве. We had people that had come maybe now, yeah, 2 weeks or so ago, and the night was a late night, well beyond midnight. И было уже поздняя ночь, уже далеко было за полночь. And we have daily worship, so the next morning was worship, and I was tired. И у нас каждый день было поклонение, и вот мы ночью стоим, а на следующий день у нас должно быть поклонение, я уставший. The Lord's presence was so, so still, so strong, so real in the room. Но Бог настолько сильно, настолько реально пришел в то место. And, sweetheart, how old is Cedar? 4? 4-year-old girl. И 4-летняя девочка. I turned around and saw the anointing on her. И я повернулся и увидел помазание на ней. And I said, come here, Cedar. И я ей сказал, иди сюда. She's a young Jewish girl. Она маленькая еврейская девочка. I said, Cedar, just listen to what the Father tells you to pray over the people. Ее зовут Сидур, и я ей сказал, слушай, что тебе говорит отец. She prophesied the secrets of the hearts of everyone there in that room. И она пророчествовала то, что было в тайне, в сердцах людей, которые находились там. We're just going to just release our ministry team. They're over here. Мы сейчас просто дадим возможность команде, вот этой команде служить сейчас. Thank you, God. Спасибо тебе, Боже. Scripture says, "A little child shall lead them." Писание говорит, что ребенок поведет их. They're just going to listen to the Father. Они будут слушать отца. And they're going to move in the anointing. Будут двигаться в помазании. We're going to hear from the Father's heart over our lives. И мы будем слышать то, что есть в сердце отца для наших жизней. Sometimes we place our expectation in the wrong places. Иногда мы вкладываем наши ожидания не в правильные места. Lord, we just set our eyes on you right now. Господь, мы сейчас устремляем свой взгляд в тебе, к тебе. We put our eyes on you, wonderful Jesus. Мы устремляем свой взгляд на тебя, Иешуа. Спасибо тебе, Боже. У меня есть понимание. Let people just come and let them lay the hands. Вы сейчас просто будете стоять с двух сторон. На людей просто возлагать руки. Они будут подходить. Если кто-то будет падать, их будет убирать. Не бойтесь. Я хочу, чтобы тоже братья там, чтобы убирать людей. Слаживать это здесь. Вставайте с этой стороны, с этой стороны. На эту сторону, на эту сторону. Вы там трое? Аллилуйя. Сейчас, сейчас. Где твоя дочь? Где твоя дочь? Потихоньку давайте. Thank you.
молитесь за их благословение. Помогайте, помогайте.